Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале компании «Купи салон», крупнейшего автоателье в России. Меня зовут Алексей Крыловецкий, я руковожу компанией, и я рассказываю о наших интересных проектах. Вот сегодня нам достался в работу автомобиль Mercedes E-купе, двухдверная машина, где владелец, приобретя его, это уже машина не новая была, обнаружил, что сиденья потерты, сделаны были из искусственной кожи Арктика, что, в общем, характерно для этого автомобиля. И мы, в общем, регулярно Mercedes'ы перешиваем. Вот здесь даже есть ссылка на отдельный плейлист, где мы преобразуем штатную ПВХ, искусственную кожу, винил, клеенку, как ее принято еще называть, в салоны из более качественных материалов, из эко-кожи и из натуральной кожи, и в том числе из алькантары. Вот сегодня мы как раз воплотили желание владельца, заменив штатную обивку и перешив ее натуральной кожей, и сделали вставки из алькантара в центральную часть сиденья. Это настоящая итальянская алькантара и натуральная черная фактурная автомобильная кожа, которую мы применили по бокам. Все получилось очень органично, естественно, и, в общем-то, текстура совпала практически один в один. В каком-то смысле нельзя назвать эту работу перетяжкой. Это скорее, знаете, такая ремонтно-восстановительная работа. Человек решил о себе позаботиться. Все-таки кожа приятнее на ощупь, чем клеенка. Алькантара тоже весьма приятно. Это и практично, это и долговечно, это красиво в конце концов. Ну, а сколько это будет служить? В общем-то, натуральная кожа — это материал, известный своей долговечностью, но современным все-таки и наиболее популярным материалом, и самым стойким к износу является и считается именно эко-кожа. Она тоже бывает и с грубым рисунком, и с гладким рисунком. Она же и лучше дышит, чем кожа натуральная даже. И при этом очень трудно изнашивается. Механическим образом кожу натуральную можно, например, повредить, эко-кожу тоже можно, но для этого придется приложить гораздо большее усилие. Вот. В целом, проект буквально такой, знаете, однодневный, на один зубок. И, в принципе, здесь было бы не о чем рассказывать, но вот мы перешиваем уже не первый раз Ешку, и я хочу вас попросить сравнить вот этот вот стандартный вполне себе дизайн с таким же автомобилем E-купе, который мы делали некоторое время назад, и ссылку на который я прямо сейчас покажу, и сказать, стоит ли использовать в этих салонах действительно более сложный дизайн и более светлые, яркие салоны, или все-таки вы приверженец такого аскетичного, спокойного и, я бы даже сказал, консервативного стиля в отделке автомобилей. Поставьте лайк этому видео, напишите нам пару комментариев с ответом на мои вопросы и, конечно, подпишитесь на наш канал, если еще вдруг этого не сделали. Там же есть рядом еще и колокольчик, и тогда вы каждый день будете получать уведомления о том, что мы выпустили очередное видео. А мы это делаем именно с такой регулярностью, с такой частотой. В целом, сам процесс исполнения занял всего несколько часов, но наблюдать его, именно сам процесс, я имею в виду изготовление перетяжки салона, можно не только в наших видеороликах, здесь скорее мы обозреваем уже результаты, рассказываем, что именно сделали, но еще и в историях, которые мы регулярно выкладываем в наших аккаунтах в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбук, на Drive 2 и в ТикТок. Если еще вдруг не подписаны, то скорее туда переходите. Все цены, все вопросы о процессе, о том, как записаться, мы будем рады услышать от вас и ответить на них по телефону или по почте. Как обычно, все контакты будут в описании. Ну, а я желаю всем удачи. Я надеюсь, вы тоже нестерпимы, когда речь заходит об уюте, о комфорте, о красоте и о состоянии, достойном состоянии салона вашего автомобиля. Если надоело терпеть, то обращайтесь к нам, и мы поможем устранить любые дефекты, которые там только есть. Желаю вам удачи, будьте здоровы, пока!